вообще ваша главная мотивация в теннисе? Ну, вы знаете, карьера длится, карьера не закончилась, и мне интересно, чего я сейчас могу добиться, и вообще, что будет у меня в будущем на теннисном корте. И вот теперь я предлагаю вам небольшое блиц-интервью. Я начинаю фразу, могли бы вы закончить. Не представляю своей жизни без... Семьи. Когда я выхожу на теннисный корт, что я чувствую? Волнение. Самый злостный критик для меня — это... Родные и близкие. После поражения я не могу уснуть. Пью снотворное. Самый сложный матч в карьере. Не могу назвать один из. Больше всего на свете я боюсь. Пусть мои страхи останутся при мне. В этом сезоне я ставлю себе цель. Быть здоровым. Последний год научил меня... Многому. Что в жизни самое главное? Много главных вещей в жизни. А мой девиз по жизни? Останется при мне. Если бы я не стал профессиональным теннисистом, я был бы... Кем-то бы я стал, не знаю кем. А ваш любимый вид спорта помимо тенниса? Футбол, скорее всего. За российскую команду в футболе болеете? Болею. За какую? ЦСКА. ЦСКА станет чемпионом в этом сезоне? Ну, если не в этом, то в ближайших, я думаю, точно. Последнюю книгу, которую я прочел? Слушайте, только сейчас закончил читать и не помню. Хорошо, какой последний фильм посмотрели? Я смотрел вот буквально на днях вышла премьера, не буду называть название, потому что фильм мне не понравился. Самое любимое место в Санкт-Петербурге? Теннисный корт. А самое красивое место на Земле тогда? Москва. По окончании карьеры я хотел бы... Открыть теннисную академию. Идеальный день проведен с кем? В кругу семьи. А сколько вы еще планируете заниматься теннисом? Всю жизнь. Все. Спасибо большое.